Видишь, вон того красавчика. Так вот, их там много. Если даже выживешь, то дальше тебя ждут эти психи в доменной печи. В общем, сделай мне одолжение. Постарайся убиться поближе к выходу. Ходи и хватай чушь. Прощайся, пока хотя бы десятого не доберешь. Давай их мне. Я постараюсь слегка облегчить твою жизнь. Вели? Не отсвечивай тут и иди работай. Давай трудись, работничек. Ого! Посмотрите, кто вернулся! Давай сюда, чушки. А ты иди внутрь и займись своими делами. У тебя прямо талант. Держи, это поможет тебе работать усерднее. Прежнему владельцу все равно уже не пригодится. Он остался без головы. Их должно быть полно снаружи, особенно на возвышенностях и вокруг зданий. Вроде бы на северо-востоке был перерабатывающий завод. Там тоже должно быть полно чушек. Больше металла для завода. Думаю, кое-чем смогу поделиться. Неплохо. Держи. Пригодится от трогов, когда опять туда пойдешь. Тяжелый труд облагораживает, верно? Хочешь немного металла на этот раз? Вот. Эту броню специально заказывали для бойца из дыры. От пуль отлично защищает, но от падения с моста не спасло. Неплохо. Конечно. Вот странная штуковина. Мне один чудик нездешний приволок. Какой-то гений намудрил с лазером. Полированный стальной ствол, пара призм, и получилось смертельное лазерное шоу. Неплохо. Самое модное в этом сезоне. Надень эту броню, и люди к тебе потянутся. И окажутся в радиусе твоей стрельбы, а? Тяжелый труд облагораживает, верно? Да, это заслуженная награда. Броня, которая раньше принадлежала священнику из пустыни. Говорят, ее никакая пуля не пробьет. Конечно, реальной проверки она не выдержала. Но зато какие веселые были времена. Больше металла для завода. Ты тащишь столько металла, что я просто обязан дать тебе что-нибудь для защиты от трогов. Держи.
Вот этим крушили трогов и гулей, отсюда и до Монравиля. Попробуй. Я их заберу. Может, мне и не стоило бы так говорить, но это заслуженная награда. Держи. Лучшей пушки у меня сроду не было. Может, чуть туговато на спуск, зато мощно и бьет прицельно. Пользуйся на здоровье. Я их заберу. Будь я проклят. На твоем счету уже 100 чушек. А я-то сомневался, что хоть одну от тебя получу. Без сомнений, ты заслуживаешь жемчужину моей коллекции. Эта броня осталась еще с тех времен, когда братство пыталось выжечь Пит. Местные поклонялись Ашуру как богу. Они добавили украшений. Примерь и почувствуй себя божеством. Да, похоже, тут и правда ничего не осталось. У тебя зоркий глаз. Поверить не могу, что я это говорю. Но, похоже, после тебя ничего не осталось. Мы пошлем других рабочих, чтобы они собирали металл в постройках. А ты отдохни. Приноси мне металл, а я буду снабжать тебя полезными вещами.